Привет, меня зовут Вадим, и сейчас вас познакомлю с акустикой из нашего ассортимента от бренда AMP серия FR. В серию FR входят следующие модели: FR69, FR65, FR52 и FR40. Давайте по порядку. FR69. Размер 6×9 дюймов, сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 40 Вт, максимальная 80, чувствительность 89 дБ, а частотный диапазон от 130 до 13,5 кГц. FR65. Номинальная мощность 40 Вт, максимальная 80, чувствительность 89 дБ, частотный диапазон от 130 до 13,5 кГц. FR52. Размер 13 см, сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 35 Вт, максимальная 70, чувствительность 91 дБ, а частотный диапазон от 140 до 15 кГц. FR40. Размер 10 см, сопротивление 4 Ома, номинальная мощность 30 Вт, максимальная 90, чувствительность 90 дБ, а частотный диапазон от 150 до 15 кГц. Корзины на этих моделях стальные с антирезонансным покрытием. Также отличительной особенностью этой модели является усиленный диффузор обратными ребрами жесткости, что предотвращает искажение диффузора во время сильных нагрузок. Так как у динамиков небольшая номинальная мощность, их можно запускать напрямую от головного устройства, но если вы хотите их полностью раскрыть, то стоит подключить их через усилитель. Очень крутой вариант, если вы хотите заменить свою штатную акустику на что-нибудь погромче, ну а серия FR вам с этим поможет. Итак, давайте рассмотрим самые популярные вопросы по этой серии. Как правильно подобрать усилитель под эти динамики? Правильный подбор усилителя заключается в чем? Нужно подобрать усилитель на 10-15% мощнее, чем номинальная мощность динамика. Соответственно, если мы рассматриваем всего лишь два компонента, то мы используем 2 по 60 от компании AMP серия MAS. А если мы рассматриваем чуть больше компонентов, то есть 2-4, можно использовать 4 по 80. Запас по мощности — это всегда хорошо. Вопрос номер 2. Что по гарантии? С момента получения заказа гарантия на эти динамики 3 года плюс возможность подменного фонда. Итак, вопрос номер 3. Можно ли прикручивать динамики напрямую к металлу? Нет, друзья, я этого не рекомендую, потому что со временем саморезы ослабнут и начнется дребезг и резонанс между металлом двери и самим динамиком. Для установки я всегда рекомендую использовать проставочные кольца либо из фанеры, либо из МДФ. Выглядят они следующим образом. Есть под различные размеры, также под овалы, под 16 см, под 10, под 13. В общем, сначала прикручивайте проставочное кольцо, а уже к проставочному кольцу прикручивайте динамик. Так будет намного эффективнее. Постарался вкратце вас познакомить с этими товарами, но еще больше предложений вы найдете в нашем магазине. Переходите.